Всем привет, друзья, с вами, как обычно, Санёк. В общем, у нас сегодня будет... Саньки. У нас сегодня будет, в общем, ребята, кулинарный видос. Как вы и просили, Санёк будет дома сегодня готовить. Что конкретно он будет готовить, он сейчас вам покажет. Саня, здоровайся, здоровайся со всеми. Всем поздоровайся, Тим. Скажи мне, пожалуйста, перед началом этого видео, почему ты не хочешь, чтобы я пошел и снял сейчас твою комнату? А потому что ему страшно. Почему? Ну давай. Посмотри. Не надо снимать. Ну давай, заебал. Ну не надо. Ну давай. Блять, сейчас тогда пару речь скажу, нахуй, сразу, блин. Окей. Вот, ребят, если будете, ну... Давай туда пройдем, а то не видно. Сейчас, ну я... А, ну я сейчас скажу. Ебать, я уже вижу, я в ахуе. Не бросайте своих девушек. И пускай они вас не кидают. А то будете, блядь, в таком же бардаке, нахуй, жить. Одному жить очень тяжело. Так, ребята, смотрите. Смотрите. Так, давай посчитаем. Ставь вот сюда. Вот сюда ставь просто. Сверху. Это я еще выкинул половину, ёпта. Серьезно? Да. Это чекушки просто мне надо отнести. Ставь, Саня, встань, ставь, пожалуйста, сюда. Вот просто. Раз. Давай, считаем. Да и чекушки, это да хуйня. Да я понял, это хуйня, конечно. Два. Давай третью. Три. Давай четвертую. Четыре. Вон еще пятая валяется. Ебать, где ты нахуй? Ну мне еще таких наливали. Так, нахуй. Пять штук. Пять. Половину, еще ты половину, ты, конечно, выкинул. Выкинул, да? Подожди. А, еще есть? А есть. Хуя. Ебать. Саня, честно тебе скажу. Ну ты. Вот так вот. Вот так вот, да. Ну. А теперь скажи мне, пожалуйста. Саня, вот просто вот скажи мне. Ну. Ты самый ценный актер на моем канале. Вот ну, самый ценный. Ну, дальше. Ты подохнуть хочешь, Саня. Да я же весь их живых, нахуй. Ёпта. Саня, не, как говорится, не говори оп. Оп. Я тебе говорю, заканчивай бухать, Саня, заканчивай, нахуй. Не могу. Почему, блядь? А потому что жизнь такая. Ой. Жарко стало? Да. Блядь, Санёк, вот жалко мне тебя, нахуй. Как вот так можно пить, Саня, блядь? Жалеть надо себе, а не другие. А что у тебя вот это вот? Кстати, скажи мне, пожалуйста, куда ты дел карту отсюда? Карту куда дел? Мне скотч нужен. Ты ее продал, нахуй? Вон в кладовке валяется. А то люди пишут, ты продал, блядь. Кому нахуй нужна, ебаный, ров в кладовке валяется, ёпта, блядь. Скотч двойной, блядь, отцепился, нахуй, она упала на меня, когда я спал, нахуй, ёбаный, рот на голову, блядь. А чего вот эти заточки черные? А это потом, это уже потом. Ну скажи, заебал. Ну кто знает, тот поймет. Не, ну при смысле, а это таракан, что ли? Да. А, все, я понял, что это. Вот тогда вот говорю, лучше потом смотреть. Ребята, нахуй, напишите нахуй в комментариях, что это за черные точки. Я понял, что это. Сказать? Не стоит? Не стоит. Не стоит? Напишите, ребята, вот что вот это за точечки черненькие, вот что это такое? Ладно, пойдем, Саня. Это морг. А? Морг. Да, это я понял. Кладбище, нахуй. Блядь, Саня, я вот... Мне к тебе с каждым днем все страшнее ходить. Да нет, работа нормально. Нормально? Да. Ну ладно, так. Блядь, сигарет забыл, блядь. Нахуй. Давай потом пакуешь, давай спя. Нет, ты сначала хотел камеру выключить. Ты будешь показывать, не я. А, ну дай тогда я это, блин, сигарет у меня. В общем, ребята, как-то вот так вот. Я даже не знаю, что сказать. Санёк сам пьет. Как бы говоришь, типа, не слушает и так далее. Как бы жалко человека, но... Что делать там? Я не знаю, закодировать его, что ли? Ну, закодировать. Слышь, Саня, может тебя реально закодировать, нахуй? Мне сначала надо это делать. Ну, тебе надо как минимум неделю не пить, ёптать. Вот, ну, ты не сможешь. Помню, получу. Слушай, а ты где деньги намутил, нахуй? Олег, что ли, дал? Ну, все понятно, я понял. Олег, нахуй. Поэтому ты забухал, блядь. Намутил, блядь. А? Ты так говоришь, намутил. Вообще-то, блядь, я и там тоже, блядь, считаюсь как-то, блядь. Ебать, в такой запой ты ушел, нахуй. Целую неделю я тебя не видел. И в запой ты лютый. Где? Видишь, я, блядь, постриганный, это... нахуй, блядь. Мне все заебись. Ну это сейчас, ёпты. Сейчас, блядь. А что ты говоришь, что в запой ты ушел, нахуй? Я ничего никогда не уходил. Ребята, вот сейчас с Саньком разговаривал по поводу кодировки. Вот предлагал ему, вот готов он закодироваться. Вот реально, я похуй, там сколько она стоит, там 15 тысяч, похуй. Я готов тебя закодировать, но тебе перед этим не надо неделю не пить. Не 15. А сколько? 7 тысяч будет. Ну, смотри, какие там еще есть. Там торпеду вшивают, я не знаю. О, тебя... это нельзя. Почему? Это пиздец. А как тебе, гипнозом, что ли, блядь?
блядь, ёбаный в рот. Санёк. Нет, сейчас выхожу. О, ветерочек. Прежде чем кодируется, надо сначала чистить организм. Надо сначала... Я говорю, неделю где-то не пить. Нет, надо сначала прокапельться. Капельницу надо делать. Ты готов? Я тебя прокапаю. Капельница это хуйня стоит, нахуй. Ну, готов, я тебе типа этому готов. Говорю. А потом уже после капельницы надо сразу на кодировку. Потому что если после капельницы. Короче. Если после капельницы ты кодироваться не будешь, ты опять нахуй еще хлеще давай, забухаешь. Вот давай прямо сейчас, вот пока вот люди это увидят, давай. С тобой пожмем руки. Ты готов на кодировку? Я готов вложить денег, чтобы тебя закодировать и перед этим тебя откапать. Но неделю перед кодировкой ты должен не пить. То есть мы тебя сперва откапываем, ты неделю не пьешь. После капельницы через 2 дня сразу надо кодироваться. А, ну после капельницы, окей, через 2 дня сразу закодируемся. Ты готов? Потому что неделю, нахуй, это ты готов? Это бесполезно. Спустя 3 года, нахуй, кодировка на канале Санька. Ты готов? Готов. Уверен? Да. Без пиздеша? Без пиздеша. Если ты не выполняешь... Только капельницу сначала делать. Подожди, если ты не выполняешь условия, ты на что готов? А я сдохну. Не, ну ты эту хуйню ты сейчас ляпал. Это не хуйня, серьезно. Если ну, я... ну так-то да. Ну давай, рано все жмем. Все, ребята, в общем, мы забились с Саньком. То, что Санька откапываем. Слушай, ну сегодня у нас что? Сегодня у нас выходной день. На воскресенье. Так, ну на неделю на этой готов вот если откапаться. Вот завтра ты пить не будешь. Мне пятницу карточку получать, нахуй, вот. Я все-таки это дошел до сберманы к мультям. А, то есть. Все, короче, на этой неделе Санька, мы тебя откапываем, на выходных мы тебя едем кодировать, окей? Давай. Все, окей, договорились. Все, ребята, вы все видели. Будет ролик по этому поводу. Посмотрим, сделаешь Санек свое обещание или нет. Так, ну что, докурил? Все. Мне даже будет интересно посмотреть на тебя закодированного, слышь? Как ты будешь выглядеть? А ты просто что, никогда не видел кодированных людей, что ли? Да видел. Но тебя будет интересно посмотреть. Саня, можно посмотреть, что у тебя в холодильнике? Нет. А, смотри, вот видите, как я живу, нахуй, бля, ёпта. Нормально. Нормально, нихуя ничего нету, бля. Так все живут, ёбаного. Да ладно, все живут, блядь. Так все по России живут, а в морозилке что есть? Грибы. Тортик. И все. Какой торт? Масло подсластить. Ну лед, кусок льда. Это не торт. Морозилку только свою закрой. Закрывай мы так. Так, покажи методику, технологию, как закрываешь. Приподнимаешь, да, ее? И лопаткой нахуй совковой. Вот так, да, все понятно. Кирпич бы хоть подложил, ёпта. Так, вода в ванной не смыла. Не надо туда, это, смотри. Не надо такую старость показывать. Понятно. Ты туда что, ссышь или что? Ты что, обалдел, что ли? Сать, у меня есть куда нахуй. Понятно, я понял. Так, давай, ладно, что, поехал? Дай потушить-то, ёпта, блин. Она еще горит, блин, зараза. Только новую эту, блин. Под подушник, блядь, положил лапку, ёпта. Да смотри, как сразу чистенько на столе. Да. Просто под подушник поднять, нахуй, там будет грязненько, нахуй, ёпта. Да и похуй. Это я называю их под подушниками, которые... Ты на... называешь НЗ, нахуй. Нет, которые надеваются на... Подушку? На подушку, я их называю под подушник. Красава. Вот почему вот так называют, блядь, как она, вообще, по идее, называется, блядь. Хуй узнает. Вот под одеяльник, понятно. Слушай. Под одеяльник. Это в одеяло одевается. А под подушник, это под подушник. Одевается под подушку, нахуй, бля. Ёпта. Слушай, ну ты по тебе вот сейчас видит, ты же не пьяный такой. Ты сегодня я чувствую по тебе, что ты сегодня не пил. Если только днем с утра употребил, да? Вот давай вот мою интуицию проверим. Хуёвая у тебя интуиция. Днем ты пил, а потом целый день нет. Ну если не считать, блядь. Что я 0,5 выпил, нахуй, блядь. Во сколько? Спиртяги. Спиртяги? Во сколько? Днем. Ну днем, во сколько днем? А я ебу, если ты ко мне позвонил. Да, блядь. Если ты ко мне позвонил, нахуй, я спал уже, блядь. А, ну я тебе почему в обед дозвониться не мог, я так и понял, что ты спишь. Ладно, я понял тебя. Давай, Саня, что сегодня будем делать? Доставай, что я тебе приготовил. Я тебе уже там все нарезал, все, тебе просто надо все это приготовить. Правильно, давай, чтобы не мешали. Так, ребят, сегодня мы делаем картошку с луком, пережариваем. Делаем сердца. Надеюсь, они растаяли, блядь. Все-таки сердца непонятные, но вкусные. Так, ребята, еще от себя скажу. Санек, в общем, будет готовить
свиное сердце. Я купил 2 свиных сердца. Саньку позвонил, как бы сказал, будет он готовить. Приправу вот я тебе хотел позвонить, сказать, что ты взял. Ну, приправу, вот ты видишь, никто же не сказал. В общем, а Санек будет есть куриные свиные сердца. Куриные, хотел сказать. Блять, с поросенка свиное сердце, как у человека, блядь. Я тебе говорю, блядь, жесткие какие-то нахуй. Не, ну жесткие они, потому что еще размораживаются с обеда. Заводи плитку. Сейчас пускай. Ты на двух концах так будешь делать? Конечно. Серьезно? Да. Здесь, блядь, сердце, а здесь картошку. А так, блядь, на одной нахуй заебемся, блядь. Данчи будем готовить, нахуй, ебаный рот. Ты бы сердце бы достал, потому что они еще внутри такие, блядь, жесткие. Ну, я думаю, будешь жарить, отойдут. Пускай пока сейчас, пока вот это надо сначала гарнир. Ты хоть сегодня ел, скажи? Я не помню. Ну, есть хочешь? Когда человек пьет, он есть не хочет, я знаю. Когда человек, бля, пить перестает, он, бля, жрать нахуй начинает. Предварительно, ребята, я это все почистил, потому что на Саньку чистить, вы сами понимаете, он... Вот представляете, ребят. Он, ему 39 лет, как бы он мужчина в полном расцвете сил, но порезать ничего не может. Правильно? Могу. Можешь. Тебе, блин. Меня не надо. Ой, блин, когда ты ерунду спрашиваешь, порезать ничего не может, блядь. Ну ты бы долго бы чистил. Поэтому... Это да, я согласен, это я не спорю, нахуй. Вот наливаем пока маслице, пускай пока у нас разогреется, как раз пока картошечку, блин, цепанул нахуй, ёпта. Ну и как картошечка отборная, слышь? Вижу. Отборная, блядь. Кинжал у тебя тоже такой мандю. Видно, что в гаражах, нахуй. Что ты делал, блядь? Ну, это чистый, в принципе. А ты мне скажи, ты будешь мясо жарить вместе с картошкой? Нет, отдельно все. Отдельно все? Да. Окей. Как бы, ребята, я не вмешиваюсь, Санек делает как хочет. Потом посмотрим, вкусно у него получится или нет. Ладно, ребят, короче, блин, пока все, я сейчас режу. Это, в принципе, наверное, не интересно. Ну, мне это я, интересно, давай. Я режу не так пластинками, я режу как больше кубиками. Нет, не как удобно, как будет это. Она быстрее так приготовится и вкуснее будет нафиг. Потому что картошка должна со. Ну ты скажи, ты картошку блин вообще любишь? Вообще-то я только ей питаюсь нахуй. Нормально. Вот так вот, короче. Ну ты мне скажи, ты в полном расцвете сил сейчас мужчина или нет? Да. Сейчас вот долбану еще, блядь. Поварские свои, блядь, 50 грамм нахуй, блядь. И будет. У тебя пол, там где-то нычка, что ли, есть? Кай, нычка у нас все стоит, то я ничего не ныкаю. Так, ну ты будешь всю картошку делать или какую-то нет, оставишь? Не, конечно, оставлю всю духуя. Вот еще. Чисто себе на порцию. Вот эти 3 штуки еще, блядь, захуярю. Слушай, ну ты можешь сделать, пожарить картошку и одну сердечко, а вторую сердечко убрать. Вот у меня для сердца, нахуй, греется. Не, ну ты все 2 будешь делать, резать сердце? Или одну уберешь? А там 2, что ли? Да. Ну одну тогда, нахуя тогда 2 там какой-то. Ой, блядь, что хоть сказать. Вот, девчат, вот смотрите, блин, кто вот умеет готовить. Все это просто. Вот так хуяришь, хуяришь и хуяришь. И все будет заебись, блин. Каждый пацан, блин, за вами полезет, нахуй. И налезет. А если пацан так умеет готовить, то что? Тогда надо работать, нахуй. Понятно. Вот так вот, весело. Вы думаете, 2-3 картошки достаточно будет, да, Саня? Конечно. Да, еще одну, кстати. Так маленькую придумаю. Ну вот это ты потом приготовишь тебе. Ну и понятно. Ну и укрыться, я думаю, тоже тебе одной будет достаточно. Только их надо сейчас, блядь, кастрюльку нахуй найти, куда, блядь, была куда ты делал. Воду их просто положить, ну, чтобы они не пропали.
Блять, такое ощущение, как будто я в каком-то этом, блядь. В зоопарке? Нет, в кулинаре на этом шоу нахуй, блядь, снимает, блядь, ёпта, блядь. Ну, в принципе, можно сказать, и в зоопарке, нахуй. Это такая за хрень, блядь, ёпта. Ты всегда так картошку режешь? Да. А вот такими плоскими не это, не жаришь? Редко. Просто я так не жарю картошку. Все, поехали. Теперь пока это, сейчас мясо покромсаем, потом уже выключим. А лук ты будешь? Лук. Блять, лук потом. В принципе, сразу. Ты пока вот эту конфорку выключил, а то там масло сейчас будет это. Да и вкусно. Ну понятно. Лучок понюхай, как пахнет? Пахнет, ну, все понюхай, пахнет. Ну понюхай. Пахнет. Ну блядь, блядь. Что как пахнет? Ооо, ё-моё, там нос пробил. Ух, ядрёный, блядь. Не знаю, почему не пробивает. Потому что мне нос подправил, у меня нос забит, блядь. Ну, конечно, ядрёный пиздец. Пизду с кожурой пожарил. Ааа, там вообще ядрёный. Там нету кожуры, я его очистил. А, я думаю, что, блядь, не снимается нихуя, ёпта. Он очищенный лук уже, все. Его просто режь на кусочки и все. Палец моей хуйни себе, ёпта. Да ладно нахуй. Я понял, они пальцем больше, они меньше, да. Палец, блядь. Да? Я топорами нахуй промахивался, ёбаный рот, блядь. Ничего, нормально, блядь. Это какой-то нож тупой, нахуй, что, блядь. Палец. Этим, блядь, ножом, блядь, шею хуй, блядь, перегрызёшь, нахуй, блядь, ёпта. Санёк, да. А где бутылочки ты покупал? Чего? Где бутылочки ты покупал? Здесь на райончике? Какая разница? Это нельзя говорить на камеру. Ну понятно. Ну понятно дело, что нельзя, а то... Блин, там только спросил, что не стоит. Блядь, ну кусир-то здоровый, блядь. Ну давай сейчас сравним, у тебя больше кулак или меньше? А почему кулаки сердце идет? Ну она типа, если какой кулак у тебя такой. А вот это уже опасная хуйня. Какая? Я еще есть. Под подушечек нахуй есть испоганит. Кровь там, ёпта, блядь, какая. Ну понятно, девушка, там кровь, это что тебе, блядь? Ладно, сначала сразу оплату. Ты, конечно, так ножик держишь, так нож нельзя держать. Не может. Пиздец-то повар нахуй. Сколько звезд у тебя? Мишлен, блядь. Четыре. Четыре, понятно, ладно. Санёк, огурчик будешь со стенки? Порежешь? Не-не. Его же, блядь, ноги пытались нахуй съесть, блядь. Да? Ага. Придурки, блядь. Обои у тебя такие моднявые, блядь. Фараоны. Были, когда-то. Фараоны, блядь, там всякие. Тебе Египет нравится, да? Это я сам склеил, нахуй. Да они уже все пиздают. Сколько лет уже, бля, лет 15 нахуй, как бы побольше, бля. Нравится. А почему нет? Какие сердца, бля, ух, какие здоровые. Ну, а слушай, ну это как бы считается деликатное, я Саня. Ой, как будто я никогда не ел, нахуй, это. Что ты хочешь сделать? Попробуй. Мягкое. Сырое.
А я что, блядь, соль просто так нахуй заклинил, блядь? Я хуею. Ты себе глистов там ничего не заработаешь, не? Слушай, за 3 года, блядь, я с тобой глистов еще не заработал, блядь. Ну давай сравним кулак твой и сердце. Чего? Ну у тебя где-то такой же по размеру. Ну, по размеру, да. Может, у меня еще пенис нахуй. Давай внутри посмотрим, что там. Что внутри? Ничего такое же, какой хрень внутри, блядь, сука, он не режет. Это пиздец. Вот это получше. Блять, сухожили, конечно, нахуя. У тебя есть это? Чем ножик точить? Есть. Может, поточишь ножик? Чтоб у меня, бля, картошка сгорела, нахуй. Ты пока сейчас будешь резать, она у тебя и так. Не будет, я же просто наблюдаю, нахуй, за ним. Я поболел, блин. Картошка. Картошка еще будет, говорю, минут 20, блядь, когда только сидит. Внутри, хуй там внутри, смотри, говорю, то же самое, блядь. Внутри, блядь. Ты, блядь, 5 минут 13, что ли, насмотрелся нафиг, блин. Ты чё тут? А чё, не смотрел? Такой, такой сюжет, когда он из человека, из мёртвого, блядь, сердце достал, нахуй, вот так жрать, нахуй. Фу, блядь. Не, я такой не смотрю, Санёк, блядь. Зря. Прикольно. Особенно на ночь, охуенно, блядь, спится потом, заебись. Да? Ты один смотришь или с Олеськой вместе когда? Какой? Олеська, кстати, боится ужастиков, нет? Нет, а знаешь почему? Почему? Она потом уже засыпает сразу, нахуй. Олеська, блядь, дура она. Почему? Потому, блядь. Потому что не с тобой? Нет. Наоборот, со мной если была бы нахуй, блядь. А почему ты конфолка выключил? Потому что я, наверное, блядь, задел нахуй и выключил, блядь. Все, заработал. Почему так нам нахуй? А, это на четверке, а это не тоже все. Ну все, все работает. А, ну все, работает, да. Фонарика, а все. Слушай, мне кажется, ты сейчас офигенно вкусно приготовишь. Ну хую приправ нахуй ты не взял, не знаю. Ну самый лучший приправ это соль и перец обычно. Ну у меня даже и перца нахуй нет. Ну соль есть. Ну соль да хуя. Ну все. Так, я так, кстати, на камеру. Если будете сердце вот так готовить, мелкими кусками не режьте. Вот речь такие, потому что она быстро очень жарится. Не варится нафиг. Да, и желательно, блядь, иметь нахуй острых ножей. Ну кого острых ножей нет, то что можно делать? Ну как я вот так, блядь, дрочить нахуй, ёбаного, блядь. Тупый, блядь. Ты свиное сердце вообще ел? Ты что, издеваешься, блядь? Ты такой, блядь, чушь говоришь, как будто... Нет бы, сказал бы, а ты человеческое сердце ел бы? Да, я тебе сказал бы, ты что, обалдел, я не ел. Свиное, конечно, ел, я свиное и говяжье, блядь, ёпта. Все ел, я что тебе, вегетарианец, что ли, нахуй? Блядь, это замороженная, сука. Ну, режь пофигу, она отойдет там на кусочки. Я уже, блядь, заебался нахуй пилить, блядь. Фу, блядь. Это только одно. Ну одно, а мы только одно и будем, блядь. Ну да, да. Не, если, блядь, назад нормально были, можно было свои пальцы нахуй заодно закинуть сложно туда. Ну а что там, не разберешь, правильно? Конечно. Можно не поесть и палец. Ну.
Он кто в Москве работает, нахуй, поймут, блядь. Ну, блядь, и шурму живем, нахуй. Все подряд, блядь. Кто там, блядь, Таджикистан делает, нахуй, блядь. Из чего, блядь. Ну, собака, ж по-любому, как бы, второй запоел, блядь. Кто в Москве, блядь, всякую хрень покупал, блядь. Я и сам сколько раз там ел, блядь. Вот, блядь, ах, ты тетка упала, нахуй, зараза. Под подушник свою потек. Все, теперь можно выключать, нахуй. Да, ребят, да, короче, сырое, погоди, ёпта. Говорю, можно включать, потому что сейчас я, ну все. Все, ребят, на перерыв пока маленький. Мне как раз руки еще просто. Короче, пока все жарится, да? Да, да. Ну зачем? Ебать, Санек, ты охуел столько пить. Это нормально. Это мое вот. Контрольно. Ну-ка дайте, ребят, понюха. Фу, бля. Ты бодягу пьешь нахуй. На, он же выдох все-то, блядь. Уже стоит с дня. Ну что, ребят, вот сейчас у нас это готовится, все пока. Сейчас я помешаю. Картошка, в принципе, уже на пределе. Слушай, у тебя картошка нормально получится. Я отпущу. Я почему-то и режу нахуй. А не этими, блядь, полостами, нахуй. Ну, теперь я сейчас выпью за себя, за Сашку, который снимает вас. И за вас, ребят, кто нас смотрит. За здоровье. Потому что за здоровье пить нельзя. Мы его так его просрём. А за здоровье это можно. Всем, чтобы хорошо было. Я хуею вообще. Желудок не работает, блядь. Все. Вырубай. Нахуй. Ну что, ждем, пока приготовится? Конечно. Ну и тебе говорю, а что там, мы думаем, что это все быстро, что ебля, брат. Кстати, посоли, нахуй нам, блядь, сразу. Соль, блядь, там весна. А картошку будешь солить? Я уже солил уже один раз. Ну надо еще. Потому что картошка тоже соль духует. Ну что, ребят, у нас уже, в принципе, готовка, блин, почти практически заключена. Сейчас я делаю пробу. Сейчас посмотрим, блин, как сердце, блин, прожарилось, ну, или нет. Ну, мне кажется, не прожарился кусок. Да. Вообще сердцу много не надо, вроде. Не, нормально. Сейчас, поэтому мы, короче, картошку перекидываем туда. И пока она спалит. И будет что? Все, ждем 5 минут, да? Да. Все, где? Картошка почти готова, сердце почти готово. Ну хотя вон там кровь, ну ладно. Ну сейчас заебись. Картофанчик с лучком, блядь. Ну это, блядь, не смотрите, это не картошка, это лук, блядь, подгорел. А так все нормально. Просто чуть-чуть я не уследил. Вот сейчас вот. А сейчас, короче, блин, картошку, блядь, через 3 минуты мы закидываем сердце. Мешаем, и все будет чики-пуки, нахуй. Ёбаный в рот. Вот это попандос. Руками, Саня, бери. Да что ты делаешь? Я знаю, что я делаю, блядь. Я чуть-чуть, ну закишу, нахуй. Она уже остыла, ёпта. Да, ну перекинь, нахуй, остыла, блядь. Ты, блядь, не по углям вам ходите, ребят. Давай, раз, два, три, заебал ты. Че, не мужик, что ли, блядь? Я-то, бля, мужик, ну не мазохист, да, ёпта, блядь. Давай. Вот так вот, ребята, мы делаем! Да хуй мне похуй. А теперь мы мешаем все это. Блять, сука, куда там, блять, упал нахуй. Кусок мяса? Да. Саня, он самый вкусный обычно, Саня. Поймай его. Конечно, поймай, блядь. Оставлю таракану, что нахуй, ёпта.
Бля, ну мне кажется, у тебя ты очень много соли добавляешь, у тебя. Нет, заебись. Поэтому ноги не ходят нахуй. Блять, куда он, сука, долбанулся? Ну, если ты его не найдешь, его тараканы сидят. Конечно, сидят нахуй. Ебаный урод. Ну и хуй с ним, может, а? Да хуй с ним, конечно, мне похуй его, нахуй. Рушнейшая жрачка для них, нахуй, бля, ебаный урод, бля. Да, бля. Это пиздец какой-то, бля. Вот он, блядь, сука, нашелся. Вот как раз, блядь. Ну-ка, сниму-ка. Пробуй. Нормально. Это шедевр. Сейчас еще попарится, блядь. Это будет вообще заебись. Ну сколько париться-то, ебать? Ты уже готовишь час, нахуй. Не придет. Тельцу. Ты, блядь, додумал, блядь, сердце, конечно, купить, нахуй. Она сердце уже, блин, она жесткая, блядь, она с этим, блядь. С чем? С прожизненными, нахуй. Ну, что скажешь по поводу ужина? Нормально, соли. Только вот, мне кажется, соли не хватает, нахуй. Ты ебанулся, тут аж соль две ложки кинул. Ну, конечно, специю туда не помешал бы. Так что, ребята, если будете готовить, купите специи специально. Для сердца такого нету, купите для мяса. Специи, пакетик маленький продаются. Его добавьте, и получится обалденная штука. Вкусно. Серьезно говорю. Тоже не снимай. Ну, скажи, заебал. Ты здесь ничего такого нету. Ладно, смотришь. Ну давай. Вот если вот, ребят, вот луком взять и вот так натереть. Чё свой натереть? Сосок, нахуй, блядь. Сосок? Да. Ну, ну и чё? Потом, блядь, жечь будет, нахуй. Охрененно. Давай попробуем. Чё мне пробовать, я знаю. Ты делал, что ли, так? Нет, не делал. У меня просто, блядь, я когда лук, нахуй, блядь, через мясорубку хуярил, нахуй, блядь, у меня капли попали, нахуй, на неё, нахуй, ёбану. Блядь, это полный пиздец. Вот так, вот эту лук съесть сможешь? Просто съесть, вот взять и съесть. У меня вообще-то он готовится. Ну там ты готовится, а так вот съесть сможешь. Он полезен, ёпта, это лук. Камеру выпусти. Ну а зачем? Ну выпусти. Ну зачем, заебал, не ну, буду. Ну надо выпусти. Ну не буду. Ну такие вещи не... Нет, я сделаю. Только просто пока выпусти. Кстати, ребята, лук. Саня. Особенно сейчас погода такая фиговая. И у нас вирус, блядь, идет. Вот надо есть чеснок и лук. Кстати, ребята, вот у нас сейчас, вы все знаете, коронавирус, там все дела. Напишите в комментариях, интересно было бы вам, если бы Санек прошел тест на коронавирус. Напишите в комментариях. Ты мне лучше платить, нахуй. Я заплачу, просто в больницу отъедем, сдашь и все. Давай, бесполезно, нахуй. А? Бесполезно, блядь. Я, блядь, здоровый, как удав, нахуй, ёпта. Да мне это похуй, просто ради прикола. Санек, вот скажи, интересно, если болеешь коронавирусом и три головки рук съедаешь, выздоравливаешь? Чего? Ты здоровый, как удав, ты сам сказал. Ну ее нахуй, да? Знаешь, как делать? Че? Кстати, все пишут, что ты придуряешься, когда что-то ешь. И когда лицо... Да, да пошли вы нахуй! Че, не придуряешься, Санёк? Вот найди такого одного, блядь, идиота, кто мне такую хуйню пишет. Я с ним, нахуй, блядь, сравняюсь, блядь. Кто там придуряется, а кто нет, нахуй, блядь. Саш. Че? Воды налей, а. Там хотя семечки. Блядь, ёбаный, блядь. Нахуй тебе вода, вот маску пиздади, Саня. Масло будешь? Смажет? Ну я потом жрать начал. Заебал ты, где тебе воды-то налить? В комнате посмотри, только не снимай там ничего. Там должно. Да давай, я высыпаю. Я пока не буду. Вот, вот так на пакетик. Ага. Давай, налей. Да, заебись, я тихнул, охуенно. Говорю, в комнате посмотри, бля. Еще лучше, нахуй. И себя крошка, еще, блядь. Пизду, блядь, свои локоны сыграл. Блядь, это пиздец, блядь.
Ё-моё, Саня. У тебя уже такой... Слушай, что ты, блядь, что Олеся, блядь, вы геморройные, нахуй, блядь, ёпта, блядь. Что она пришла, блядь, кружку, блядь, просто кинула, хуя стекло разбил, зеркало, нахуй, захуярило, блядь. Да, лучше просто так, блядь. Да так, попей вот с крана, да и всё. Чё, он ядрёный? Блядь, надо выключить. Ну ладно, тогда не ешь, если не хочешь, не ешь. Давай посмотрим, что ты приготовил, ты уже готовишь, нахуй, час, Саня. Я все уже готов, сейчас начну. Блядь, пизду, еду. Не будешь доедать? Угу. Давай, хочешь, кушаю еще раз. Да мне похуй, если хочешь. Побольше, побольше, что так мало-то. Че за, ну, на мужика слабо, что ли? Еще раз, на мужика. Да мне не прорвать, нахуй. Ой, бля. Ты, конечно, стой. Вот, ребята, честно вам скажу. Он постоянно жалуется на ноги. Ты столько соли ешь. Это просто пиздец, Санёк. Ты себе посолил, уже столовую ложку, ложку соли, блядь, тебе высыпал, ёбаный. И тебе постоянно соли мало. У тебя поэтому и ноги не ходят. Ты куда столько соли ешь, блядь? Воду с солью будешь? Чё, блядь, прикалываешься нахуй? Саня, ну ты вообще, куда-то столько соли, ты себя солил уже. Нормально. Нормально? Почему тебе попросил Москву соли? Она мне нужна. Я раньше, когда из больницы выпился. Вот же... вода холодная? Не понял. Воду холодную пьешь? Нет, как, блядь, если под крана горячей водой, нахуй, блядь. Ты с холодной водой аккуратней. Горло нахуй, охуеешь. Да ладно, я так. Сейчас погоду видел на улице, сейчас, блядь, все да. Болеют. Ничего, нормально, нахуй. Если, блядь, из-под колоса, блядь, ведром обливал, все заебись, нахуй. Так что больше обливайтесь, будьте здоровы, как я, нахуй, блядь. Да, ты что там приготовилось? Да, кстати, выключил, блядь. Сейчас надо помешать, нахуй, блядь. Ого. По-моему, не выключился, Санек. Выключи. Заебись. Ставь на скатерть. Сейчас, подожди. Какой на скатерть? Ну ты на доску ставь, на доску ставь. А нет, на доску дай. Бля, у тебя тут таракан ползает, ёбану. Вот иди сам возьми. Иди сам возьми. Бля, чё ты их боишься, как, блядь? Я их ел, чё мне бояться? Не пизди. Мадагаскарского ел? Только, ну, только хотел сказать, ты только от одного мадагаскарского. Ну, блядь, ну он тебе-то круче, нахуй. А наши, блядь, умнее, ебаный рот. Они в рот нихуя не полезут, блядь. Их надо сразу, блядь, проглатывать, суки. Они хитрые, они убежать стараются, да? Да. Так, Саня, ну давай, что, говори. Ну что, ребят, вот мы, короче, приготовили сердце говяжье с картошечкой. Все. Получилось вкусно. Сейчас мы их, короче, попробуем. Будет вообще опять охуенно. Будешь солить будешь? Нет, пока не буду. Я еще не знаю. Что ищешь? Мне просто во рту соки. Что ищешь? Ложку. На. Дай. На. Ты что, охуел? Ну блин? Какая разница? Она все равно там у тебя воды-то нету. Вот выключи камеру, я сейчас просто скажу. Выключу. Ребята, если такой под... Нет? Я не скажу, но просто такой банальный, почему, ребята, Санек не стал вот этой ложкой есть. Это просто, ну, банально. Так, ладно, окей, давай. Слушай, смотрится аппетитно, реально смотрится аппетитно, давай. Только приправ, правда, нету. Да нахуй тебе приправы? Ну, блин, ты мне дашь съесть или давай, ты, блин, жуй, будешь болтать на мне? Быстро глотай, быстро глотай. Сейчас заодно это. Пойдет заебись. Давай вторую ложку, Саня. Вторую. Давай. Я слышу, ты меня поговорил. Ну чё? Нормально. Давай вот этот полноценный только, кусок мяса ещё съесть. Только соли маловато. Да куда маловато? Ты тут ложку уже высыпал. Ты чё, блядь, дурак, что ли, блядь? Куда маловато, нахуй? Может, тебе весь пакет туда высыпать? Не, весь дохуя, ёпта. Давай кусок мяса прям полноценный. Ну подожди, блядь, он горячий, блин, Саня, ёпта. Ну горячий, там остынет, нахуй, в желудке.
Надо, чтобы до желудка добралось, нахуй, ёпта. Давай, вот это вот нормально. Давай, подожди. Сейчас, стоп. Снимай. Что сказать хочешь? Вот, ребят, вот это пища богов. Вот надо вот такую вот пищу. Девушки, готовьте своим мужьям. Мужья, готовьте своим девушкам. Вкусно и дешево. И будете рады, блин. И одна половинка, и другая половинка. За вас. Все, сейчас быстро глотаешь. Глухо. Ну, вкусно. Вкусно? Обалдел. Да, я реально, ребята, смотрите, все приготовилось. Попробуй сам-то хоть, блядь. Да я не буду пробовать, зачем мне пробовать? Я себе могу дома пожарить. А ты думаешь, я сейчас приеду домой, чем займусь? Я буду жарить себе картошку. Ты в эфир хотя бы, блядь. Да не буду я пробовать, заебал ты. Тебе понравилось? И да. Я вообще-то сам готов. Давай вот так, такую маленькую ложку, давай вот такую. Ты ебанулся, я чувствую, бегемот, что нахуй, ёпта, блядь. Ой, ладно, Саня, все, говори, там, что, респектулю, там. Ты не знал, что? Я даже ролики смотрел по интернету, хоть для меня. Кто был стриптизером? Сталлоне. Сильвестр Сталлоне стриптизером был? Да, он, блядь, не стриптизером, он с этим в порноке снимался, нахуй. Прикольно. Да ладно, я думал, блядь, ты знал, нахуй. Нет, а ты откуда знаешь? Да я сам ролики смотрел, нахуй, ебаный в рот, блядь. Понятно все. Блядь, курить хочу, блядь, подожди. Короче, блядь, кому нахуй, ща моя жратва нахуй не понравилась, блядь. Тогда нехуй, блядь, смотреть и готовить это. А кому понравилось, блядь, готовьте нахуй, и все будет заебись. И к вам нахуй, блядь, и жена вернется нахуй. И муж придет голодный нахуй, с работы, блядь, ебаный в рот. Который попросит нахуй, блядь, дай, сука, мне пожрать нахуй. А ты хуяк, и приготовишь нам вот эту еду, блядь. И он, сука, тебя так нахуй, блядь, зрючит нахуй, блядь. Что тебе нахуй в рай, блядь, покажешь, что это попало, блядь. Все? В концовочку ты берешь вот эту крышку и об голову разбиваешь. Иди ты нахуй. Ладно, все, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Блять, не туда ударил. В общем, все, всем пока.